чего вы сюда пришли? Как это, чего я сюда чего пришел? Вы сюда пришли? Кто вы такой? Вы кто вы такой? Дежурный по городскому управлению Масловский. Должны, надо вы мне должны смотреть, принести как? Мне книгу жалоб. Не надо меня снимать. А чего вы сюда пришли? Как это, чего я сюда чего пришел? Вы сюда пришли? Кто вы такой? Вы кто вы такой? Дежурный по кто вы такой? Масловский. Масловский. Да. Ваше удостоверение, пожалуйста. Что вы хотели? Может, вы уволитесь, я не знаю. Не хотите уволиться? А вы что, мне угрожаете? Вы меня спросили, что я бы хотел. Я вам предложил, что было бы неплохо, видите? Если Масловский Игорь Игоревич. Какой вот действительно? Может, он уже не действительно? Действительно, действительно. 18-й год. Книгу жалоб и предложений, пожалуйста, дайте. Зачем? Не понял. Ну, то вопрос, есть вы не хотите мне дать? Я задаю вопрос, вам зачем? Разница? Зачем? Вам какая разница? Зачем? Ну как это какая разница? Хочу это оставить там жалобу. На кого? Вам прочтете. Мне интересно. Прочтете, если вам интересно. Хорошо. Вы должны работать. А вы, они у вас документы интересны. Есть? У вас есть. Документы? Покажите, пожалуйста. Зачем? Как это зачем? Зачем вам показывать документы? Ну кто вы такой? Вам какая разница? Ну, это у нас не разговор получился. Ну, потому что я у вас попросил книгу жалоб и предложений. Все, у вас вы просто есть? Идете туда и приносите. Нет, вы мне не будете рассказывать, что я буду делать. А что я вот так должен вам рассказывать? Ваши документы я есть? Я вам буду говорить, что вы должны надо вы мне должны принести камеру. Мне книгу жалоб и руку убери, что все обалдел, что ли? Камеру Масловский. Уберите. Камеру убери. Погоны не жмут здесь? Не буду я убирать камеру. Уберите, руки не убери. Не надо меня снимать. Руки. От моей не собственности. Не убери, а убери те. Убери. Не убери, тогда а убери тогда будет те, когда заслужишь я уважение. Я с вами на вы разговариваю. И ты обязан со мной на вы говорить. А я не обязан. Да. Развернулся и за книгой да не, принеси мне. Кто вы такой? Документы. Ты отказываешься принести? Документы ваши покажите. Отказываешься принести? Документы покажите. Что, глухой что ли? Документы ваши обязан? Покажите. Покажите. Почему вы оставили свой пост? Я сейчас на посту нахожусь. Не на посту, твой я пост на посту сейчас нахожусь. Вы отказываетесь. Документы покажите ваши. Кто кому вы я должен предоставить? Кто вы такой? Причина. Что причина? По которой я должен вам предоставить документы. Проверка личности вашей. Кто вы такой? Основание для проверки. Основание? Да. Основание для проверки моей личности. Сотрудник милиции имеет да. право в каких проверить. Случаях? Во всех. В каких? Если он хочет удостовериться, что... То есть, если ты такой? Просто захотел, не то, ты, то тебе а вы, должны предоставить удостоверение. А вы понимаете? Хорошо, вам показать свое удостоверение? Отожмитесь от пола. Что? Ну, отожмитесь сейчас от пола 10 раз. Вам тяжело это сделать? Ты что, ну, я вас попросил. Ты меня тренируешь, а? Я вас попросил. Я сейчас отожмусь. Отожмитесь. И я вам покажу удостоверение. Ну если вы меня просто знаешь, так просите, я вас тоже просто так прошу. Ты меня на улице бы встретил, не по форме. И что? Да. И что было бы? И то. И что было бы? Ничего не было бы. Пообщались бы. Тогда зачем это? Документы есть у вас? Есть. Показывать? Зачем? Показывать. Зачем? Чтобы причина. Удостовериться, кто вы есть. Для чего вам удостоверяться? Надо. Для чего? Цель какая? Что нам? Ну вот я показал удостоверение. Что дальше? Ну что, будем дискутировать? Документы ну я не знаю, есть? Ты принесешь мне книгу жалоб? Да не ты, а вы! Ты! Камеру убери. Не уберу. Чтобы не надо меня снимать. Надо, буду снимать. Руку убрал от моей собственности. Убрал руку от моей собственности и отошел отсюда. За книгой сходи. Руку убери от меня. Это милиция называется. Оборотни в погонах ходят здесь.
Иди пиши рапорт об увольнении. А мне пока мисс книга. Боже, я тебя сейчас, я сейчас напишу. Давай пиши, я хочу почитать. Алло, здравствуйте. Я нахожусь на Преображенской 44. Здесь сотрудники милиции отказываются мне предоставить книгу жалоб и предложений. Масловский, дежурный, отказывается это сделать. Он царя включил. Ты шестерку включил? Мне не нужен дежурный по городу. Мне нужна следственно-оперативная группа. Я буду оставлять заявление о преступлении. Тут Масловский, дежурный, он превысил свои должностные полномочия. Он у меня пытался отобрать у меня мою собственность. Почему вы сейчас не остановились? Тот оборотень Масловский, как тебя зовут? Как? Можешь удостоверение показать? Вельможко. Сергей Александрович, вельможку. Хорошо. Вот оно надо было тебе. Просто проходил мимо. Вот просто, реально я проходил мимо. Что я вам съел? А я не знаю, что ты ко мне стала придираться. Да я постовой, я имею... Вот там ты стоишь, и все, кто проходит, записываются. А не вот здесь вот. Что я тут делаю? Ничего не нормально, это сигарета, я не курящий, мне вообще не нравится, что ты вот это дышишь на меня. Взял, вышел. Вот я захожу, закрою дверь и на защелку, ну и ты там останешься. Ты что, должен был вот это выходить? Оставляю пост ни на кого. Надо было эту профессию выбрать. Да? Наверное, нигде больше не берут на работу. Поэтому ты пошел на эти 1500 работ. Ну, это вас уже не должно волновать. Да. Ну, гордись, гордись. Нет, чтобы там, доброе утро, уважаемый там, меня. А ты в соответствии с законом Украины о милиции, ты должен сказал, представиться. Такое-то. Ты ничего не сказал. Ты сказал, куда вы идете или чего вы тут делаете. Я уже не помню. От постового и от дежурного. Масловский, вот вельможка постовой, Масловский. А вы просто хотели обратиться? Просто зашел сюда. Просто зашел? Без причин. И столкнулся, да, с превышением должностных полномочий. В чем это выражалось? И с грубым... В чем это выражалось? Я это напишу, все, я изложу на бумагу. Ну, чтобы не тратить время. То есть я вам сейчас расскажу, потом я напишу, потом еще кто-то придет, спросит. Еще раз рассказать. Я могу один раз написать, и вы уже можете читать. Для себя я тоже ситуацию должен понимать, чтобы получить руководство. Так вы, я же говорю, вы ознакомитесь, когда я напишу. И доложу. То есть книги жалоб и предложений нету как таковой? Нет, такого нет. У нас почему есть форма заявления? Ну, потому что... А нет. Где книга жалоб и предложений? Не предусмотрено ничем. Как приходите? Не предусмотрено? Во всей стране предусмотрено, в райотделах предусмотрено. А при чем есть ресторан? Ресторан ни при чем. Сейчас я еще раз уточню. В райделах есть? Самому интересно. В райделах есть. А почему? Это же не ресторан. Хорошо, это Пусков. А есть у нас книга жалоб и предложений? Лучше спросить, хорошо. Почему ее нету. Да, давай. Прошито, пронумеровано. Да. Ну, давайте подождем. Есть, да, сказали? Сейчас будем искать. Давайте я пока не тут напишу. Спустя 20 минут. Нашлась я? Что? А 4 штуки или 5 принесли? Надо будет вкусно.
Блядь, как это строго? Ручку можно у вас попросить? Или отсутствует? Есть. Так, книга скарги пропозиций. 14-м годом заведена. Вот. Пропечатана. И, наверное, пронумерована карандашом. Ну, вот. Вот если бы на предприятие куда-то зашли, так долго бы. А вот распечаток. То есть, наверное, только что это писал. Первое. Уже год скоро закончится. Так, сегодня какое 12-е, да? Да. Тут же кратко. Мною только что было оставлено два заявления в книгу жалоб и предложений. Ну, искали они эту книгу жалоб минут 30, наверное. Принесли мне полностью новую книгу, в которой нету ни одной записи с 2015 года, с 1 января. Вот. Значит, одна запись мной была оставлена по поводу постового, то, что он не предоставил книгу жалобы предложения, не представился в соответствии с законом Украины о милиции, так как прописано в статье 5. Что еще там? Ну и что он, в принципе, недостаточно вежливо и культурно общался со мной, как с посетителем, как с гражданином Украины, который зашел, подошел к главному управлению городскому. Вот. Второе заявление мной было оставлено по поводу дежурного. Ну, судя с видео, вы понимаете, как он себя вел и что я там мог только написать.